Всем привет! Продолжаем у нас такой марафон прямых эфиров. Сейчас презентация новинки января. Конечно, пол января уже прошло. Мы приготовили вам такую вкусняшку для весны. Настя Челюбеева уже в Эми Офишл Ворд один эфир провела. Сейчас я провожу, тоже буду дизайны делать, выкраску сейчас сделаю. Ставьте плюсики, кто уже активно работает, кто еще где-то в отпуске, потому что я знаю, кто-то там даже умудрился в Турцию уехать, не на лыжи, а отдыхать на моря. Ставьте тогда огонечки, кто еще отдыхает. Новая коллекция, а сейчас мы перешли, ну это опять же, знаете, такой эксперимент, это не значит, что мы все время так будем делать. Вы обратили внимание, что с сентября месяца у нас раз в месяц выходит небольшим тиражом коллекция. Вот, рассчитана на то, что, ну, кто любит постоянно какие-то обновления небольшие, потому что небольшие обновления в своих услугах можно делать разным способом, да. Кто-то там каждый месяц садится и делает предложения по дизайнам, там, новую планшетку. Кто-то разрабатывает какое-то новое меню услуг. Вот. И способ обновления ассортимента гель-лаков, да, это когда новая коробочка красивая, красиво лежит на столе. Это тоже как способ, знаете, как клиенту, у которого глаз замылился, каждый раз что-то так вот вкусненькое и новенькое. Вот, конечно, я не призываю это делать каждый месяц. Коллекции, они все очень разные, рассчитаны на разные вкусовые предпочтения, потому что, например, январская, декабрьская коллекция Таун, да, она была такая насыщенная, темные оттенки, глубокие, чистые цвета. Коллекция января – это больше уже такая весна, потому что мы компания, которая всегда делаем вперед намного сезонные вещи, никогда вот уже весна наступила, и мы начинаем продажи. Понятно, что весна только через полтора месяца, и, ну, знаете, как работают модные дома, так и мы работаем, все заранее. Вот, поэтому, девчонки, готовимся на весну уже в январе. Это раз. Во-вторых, ну, вы должны понимать, что вот такая цветовая гамма, бледненькая, бледнятина, это определенная категория клиентов, которые такими оттенками покрывают исключительно не только весной и летом, но и также зимой, осенью. Вот. Поэтому, если сравнивать эти две коллекции, которая вышла в декабре, это темная коллекция, и коллекция, которая вышла в январе, она светлая. Вот. Это абсолютно два разных направления вкусовых, как для мастеров маникюра, так и для ваших клиентов. Вот. Ой, кто-то написал Сати Нейлс. По-английски я очень плохо читаю. You are a legend. Блин, прикольно. А я себя старухой называю. Какая я старая, роскошная женщина, которой через месяц исполнится 39 лет. Ну ладно, давайте делать дизайны, выкраску. Мне здесь девочки приготовили уже ложечки. Единственное, наклейки не из набора, потому что, я так поняла, мне наборы еще именно производственной партии не привозили. Это пока тестер у меня. Это коллекция Coming Soon. Смотрите, что это значит. Это коллекция, которая ожидается. Только ожидается, можно уже делать предзаказы нашим дистрибьюторам, да, у нас почти в каждой области есть дистрибьютор в головном городе, вот, можно заранее, например, созвониться, оставить какую-то сумму, либо полную сумму, чтобы под вас эту коллекцию заказали, точно 100%, что вы ее выкупите. Еще раз напомню, это не сезонная коллекция, да, сезонные коллекции, они у нас выходят очень масштабно, они всегда большие, с большим количеством декораций, а сейчас у нас вот такое, знаете, мы играемся, сейчас пока каждый месяц вот такие маленькие лимиточки выпускаем, ну, маленькие, не маленькие, но тут 8 штук, ну, потому что, когда я оттенки выбирала светлые, я не смогла удержаться, это мы еще с Аней кого-то выбирали, когда выбирали из наколированных оттенков и поняли, что коллекция будет 8 штук.
ну, понимаете, ну, не смогли остановиться. Ну, они просто все обалденные. Уверена, путем голосования выберем, какие оттенки из этих, из этой коллекции пойдут в базовый ассортимент. Потому что, например, нюдовая коллекция, кто помнит нюдовую коллекцию, все оттенки практически все пошли в базовый ассортимент. И вот мне, конечно, хочется все эти оттенки тоже запихнуть в базовый ассортимент. Классные. Ладно, давайте смотреть, что у нас будет. Не могу найти Веру. Ну, давайте я сегодня выложу в сторис ее новый аккаунт. Потому что, вы же знаете, у Веры Мирошниченко взломали аккаунт, и там совершили мошеннические действия. Там, ну, это сейчас, я так поняла, прям схема проверенная у мошенников. Причем вот именно в Инстаграм прям одинаковые лендинги, зазывалки. Причем они выбирают именно вот таких вот блогеров, примерно вот 100-150 тысяч, с похожим контентом внутри, которые продают какие-то услуги либо курсы по личностному росту, вот, и через это делают мошеннические эфиры, там склеивают сторис, даже склеивают из разных разговорных сторис самого человека, что реально, ну, пострадало много человек, но пострадало бы намного больше, если бы Инстаграм не заблокировал аккаунт. Ну, поэтому, к сожалению, Инстаграм, Вера Мирошниченко сейчас заблокировал Инстаграм. Вернем мы этот аккаунт или нет, вопрос очень большой, потому что мы же просили людей прям писать, что заблокировать. И когда понятно, что шквал шел, все блокировали этот аккаунт, потому что, ну, реально с мошенниками бороться очень сложно, они настолько... Все это там так у них продумано. И вот, например, в отличие от других пострадавших блогеров, у Веры, благо, и суток не провисел аккаунт с этим розыгрышем. Вот. Его уже в 3 часа дня на следующий день Инстаграм заблокировал. Вот это очень хорошая новость. Вот. Плохая новость, что у Веры сейчас нет этого аккаунта. Сейчас у нее аккаунт там 10 или 12 тысяч, пилим мечты, она его сейчас переименовала, Вера Мирошниченко как-то там. Смотрите, капсулы, сейчас капсулы, это была классная идея, которую я воплотила в течение 2021 года, в 2022 году я планирую уже не капсулы, это будет аналог капсул, только будет коллекция чуть побольше выходить. Сейчас не буду все раскрывать, все карты, но это будет очень интересный проект. Мы этот проект запустим в апреле месяце. Сейчас активно к нему готовлюсь. Это будет серия вот таких больших капсул. Вот, они будут очень интересные внутри, с интересным предложением внутри. И они будут на разные темы. Причем темы такие очень, вот, ну, очень разные. Если вот капсулы, они у нас выходили серии, и все в стиле футуризм. Космический такой спортшик был. Не спортшик, а такой спортивный футуризм. То эти будут на разную тематику. Такие большие мини-боксы, капсулы. В общем, будет круто. Я сейчас готовлюсь. Вот сейчас девочки подсказывают. Вроде новый, вот он, все правильно. Вера, пилим мечты. Все правильно, это аккаунт новый Веры Мирошниченко. Поэтому, кто потерял мою сестру, подписывайтесь на нее. Ладно, а мы с вами выключаем фильтр. Так, сейчас я секунду фильтр отключу. Пока слишком красивая, значит, фильтр включен. О, а вот я естественная. Так, ну что, поехали. Ну, как всегда, два формата. Формат 6,9 миллилитров. 6,9 миллилитров. Очень красивая упаковка. Такая концепция, такая вот нежнятина. Отталкивались от оттенков. Вот, когда сформировали подборку оттенков, что вот давно их хотелось, и такой вот очень бледный, желтенький, зелененький, серенький, вот эти оттенки такие нюдовые тоже. Поняли, в каком формате будем снимать эту коробочку. Вот, 6 миллилитров. Галь, ты мне цену принесла? Сейчас я вам цены скажу. Я все время, у меня проблемы, я цены не могу запомнить наши.
Ты цены не написала мне на бумажечке. И 9 миллилитров. Понятно, что в наборе, в данном наборе идут только наклеечки и ложечки. Смотрите, здесь никаких бонусов внутри нет. Потому что вы же знаете наш эксперимент. Новогодняя коллекция в ноябре, она выходила, там фольга, клепки были, ленты. В декабре коллекция была, там классный шармикон. То в этой коллекции ничего, в этой коллекции просто ложечки и наклеечки на ложечки. Я уже приготовила. Вот они, роскошные эти цвета. Я давайте все не буду выкрашивать, это очень долго. Хочется сразу к дизайнам приступить. Смотрите, вот эта коллекция, мы ее называем «Весна». Я уже говорила, мы компания, которая все очень заранее всегда выпускает. И сейчас вот даже в магазинах у вас уже ближе к концу января, начале февраля, в магазинах уже весна будет висеть, одежда. Вот, так у нас с гель-лаками, это весенняя коллекция. Вот, основная коллекция, именно такая уже крупная весна-лето, локомотивная на весь сезон, крупная, она выйдет в конце февраля. Вот мне цены принесли. 6 миллилитров набор из 8 штук, да, 3800 и 4950, это из 9 миллилитров. Напомню, что коллекция большая, здесь 8 оттенков, здесь 8 оттенков. Так, ну давайте начнем выкрашивать. Ну, я выкрашу, наверное, вот зелененький. Кто вот помнит, у нас был зеленый веган. Это, конечно, не веган. Он более нежный, в отличие от вегана. Но вот кто вот любит такие оттенки в стиле веган, прям рекомендую этот зеленый. Он, во-первых, такой, знаете, очень спокойный, гармоничный оттенок 363. Классные, вкусненькие. Они даже вот ты их красишь. Они, кстати, телефон затемняет. Прям я сейчас смотрю. Он чуть светлее на самом деле. Сейчас, на каком же сделать, чтобы было понятно, что он светлее. А, нужно на зеленый сделать. На зеленом фоне. В общем, он чуть-чуть на тон светлее, потому что я сейчас смотрю прям в телефон и смотрю на то, что у меня на столе. Немножко почему-то сегодня телефон искажает оттенок. Он вот более светлый. Он более светлый. Да, это такой цвет оливок. Оливок, ну, чуть-чуть припыленный. Знаете, вот не такой вот оливковый, более желтый, а это оливковый, такой более припыленный. Вот, поэтому я хотела показать этот оттенок. Какой еще оттенок хотела? Наверное, давайте вот 359 выкрасим. Блин, жалко, почему сегодня у меня такие темные цвета на телефоне. Фильтр. Нет, я фильтр убрала, Валер. Фильтр убрала, тоже такая вкусняшка, бледная, он такой немножко вот с грязнинкой. Вы знаете, почему-то наклейка ближе сейчас выглядит к цвету. Он прям реально чуть светлее на самом деле оттенок. Поштучно, конечно, девочки, всегда оттенки продаются также поштучно. Так, ну давайте номер 360, макадамия. Таких оттенков всегда вот на самом деле не хватает. Смотри, сейчас я покажу, Валер. Видишь? Сейчас мы все смотрим, почему у меня сегодня... Ну, это, во-первых, фон белый, да? Надо чуть какой-то серый оттенок взять фона. Можешь найти мне бумажку серую? Фоны, где у нас лежат. Ой, какой красивый, прям вот, знаете, капучино. Вот чуть-чуть он светлее на самом деле, чем вы сейчас его видите на экране. Вот чуть-чуть светлее. На Валберисе я не знаю, будет или нет, потому что есть вероятность, что он до Валбериса просто, ну как, не хватит на Валберис, что она закончится быстрее.
Вот. Еще раз напомню, у нас сейчас такой с Верой Мирошниченко небольшой эксперимент. Некоторые нас дистрибьюторы ругают, вот вы слишком много новинок каждый месяц выпускаете, зачем каждый месяц новую коллекцию делать? Ну, я говорю сейчас вот, ну как, подождите, мы смотрим. Может быть и плохо то, что мы каждый месяц выпускаем коллекцию гель-лака. Потом перейдем на какой-нибудь другой формат. О, смотрите, давайте посмотрим, как сейчас выглядит на сером фоне. Вот, кстати, на сером фоне ближе к правде. Вот, видите, какое значение имеет для телефона, когда сильно контрастный фон. Брауни. Ну, смотрите, вот брауни, конечно, не такой, как вот я сейчас выкрасила макадамия, да? Вот, смотрите. Вот, сейчас видно, да? Чуть светлее оттенки. Вот как хорошо, что, Валера, что ты подошел и помог мне. Вот, в принципе, макадамия чем-то на брауни похож. Может быть, брауни было чуть-чуть темнее. Вот, ну вот сейчас пишет кто? Марина Андрианова пишет: неплохо, я каждый месяц хочу новинки. Я вот, кстати, Марина тоже такая же, хочуха. Я не знаю, мне это такое удовольствие доставляет. Просто если мастер такой с клиентами, это все окупается на самом деле. Это все окупается. Так, давайте еще вот этот цвет попробуем, 357-й. Чтобы было понятно, какой он тоже красивый. Такой вот-вот-вот, прям такая нежнятинка. Розовый пыльный кедр. А точно, датси кедр раньше был. Датси лилак. Ну, понятно, там немножко химическая формула другая. Сейчас, если обратили, у нас немножко состав гель-лаков поменялся за последние, наверное, полтора года. Там встречаются оттенки в старой формуле, но в основном сейчас у нас новая формула. Вот. И датси кедр, наверное, он более розоватый, я бы сказала. Ой, смотрите, какой цвет. Для любителей нюдовых оттенков, видите, какие цвета вкусненькие. Вот поэтому мы в январе выпустили весеннюю коллекцию, потому что она прям вот весной отдает. И плюс захотелось сделать нежное что-то, потому что кто купил в декабре коллекцию, она яркая, насыщенная. Там этот крутой голубой, о котором я так долго мечтала. Ой, смотрите, какой цвет вкусный. Ань, что говори? Не получилось. Получилось? Да. Супер, как я счастлива. Аня Аколот прилетела из Санкт-Петербурга. Сейчас записывает курс стемпинг для Эми, потому что стемпинг у нас уже выходит в феврале. Долго я не хотела делать стемпинг, упиралась. Думаю, как, куда еще нам на голову стемпинга не хватало. Вот, ну просто нашла хорошего поставщика, который дал хорошую цену на пластины. Мы, конечно, не будем прям специализироваться сейчас на этих пластинах и делать большим количеством, потому что сейчас на рынке есть очень много компаний, которые они прям только на стемпинге специализируются. Я стемпинг рассмотрела только с точки зрения, чтобы не печатать некоторые декорации. Я очень хочу уйти от акварельных трафаретов, я очень хочу уйти от Nail Cruise трафаретов, чтобы не печатать слайдеры для брендового маникюра. И я вот сейчас первую партию, она такая экспериментальная, выпущу. Вот, потом посмотрю и сделаю такой, знаете, прям стандартный набор пластин 5, который будет в себя включать все самые наши популярные принты, которые нужны, чтобы воспроизвести те или иные самые любимые Эми дизайны. Вот, потому что надо и гусиную лапку, и Dior, вот этот наш Nail Cruise Dior, да, чтобы каждый раз слайдеры не покупать, а вот чтобы прям была пластина, на котором есть самые любимые. Но я сейчас прям не такие пластины выпускаю, потому что, знаете, вот пока не выпустишь, пока люди не попробуют, не поймешь все-таки, в какую сторону двигаться. Поэтому сейчас будет небольшой тираж пластин, поэтому кто хотел давно попробовать технику Nail Cruise, прям советую не пропустить старт продаж и купить их, потому что их на всех не хватит. Вот. Так, ну давайте делать дизайны с вами. Я думала, какие декорации взять. Я взяла из осени зимы Nail Dress «Хрупкость». Я думаю, что он сейчас будет очень хорошо сочетаться с этой гаммой.
Вот, поэтому стемпинг я, конечно, больше рассматриваю как пластины, которые заменят те или иные принты на весь ноготь. Потому что, ну, для меня все-таки стемпингом делать вот такие отдельные элементы, это очень долго. Вот по мне так лучше иметь прокатал фон и шармикончик, слайдер какой-то наклеил дополнительно, нежели делать это из стемпинга. Вот. Ну, мы сделали такие пластины, посмотрим. Вот. Но я все-таки склоняюсь к тому, чтобы потом в итоге сделать прям такой набор пластин минимальный. И это будет все-таки больше как обои, как фоны. Не вот такие элементы отдельные. И вот что-то мне захотелось с этим шармикончиком поработать. Как раз вот эти тут маленькие бабочки нам сейчас пригодятся. Так, ну поехали. Ответьте, пожалуйста, по поводу светоотражающих гель-лаков. Не будет их в Эми, девочки. Не будет. Очень высокая цена. В основном светоотверждающие гель-лаки производит только Китай, к сожалению. Европа, они если произведут, да, вот из сырья Европы, это получается какие-то бриллиантовые гель-лаки. И мы приняли решение, что в Эми не будет, как бы. Потому что в Китае не хочется закупать сырье для гель-лаков. Вот. А так как мы закупаем в Европе, у нас в основном европейские поставщики, поэтому светоотверждающие покупайте тогда где-то в другом месте. Девчули не будет у нас. И, к сожалению, цена бриллиантовая получается. Прошу прощения, бегала за жвачкой. Жвачку не могла найти. Ой, так, что-то я так сегодня не собранная. У меня типсов еще нету. Да, что-то я... Сейчас. Так, Катя, соберись. Сейчас, девчонки, я соберусь. Я сегодня была на йоге, поплавала. И что-то, видите, собраться никак не могу. А, Катя выгнали из кабинета. Да, что-то у нас одни онлайн-курсы. Вера Мирошниченко уроки для клуба сейчас переписывает. Переписывает уроки для маникюра. Короче, Аня Колод курс по стемпингу. Грищенко Наташа практику по маникюру переписывает. Короче, все дружно решили переписывать все. Ну, как Катя всех организовала, все пишут. Катя теперь все выгоняет. Нет, Катя кайфует, Галя. И так счастлива, что у нас такая хорошая команда, такие хорошие эксперты, что есть кому что поручить делать. Девчонки, ну мы повторять гель-лаки из новогодней коллекции, знаю, что планировали, но там буквально 2-3 цвета. Возможно, это тот, который вы спрашиваете, Party Canel. Так. Я здесь однотонный подготовлю. Так. Хорошо, все, Галя. Хватит? Да, давай, хватит. Сейчас, девчонки, мне тяжело вопросы читать. Я когда хочу много дизайнов показать, мне надо вот так нон-стопом быстро показывать и работать, не отвлекаться. Галя, посиди мне, почитай сообщение. Так, и один возьму светленький, на нем хорошо будут слайдеры читаться. Потому что конкретно слайдеры хрупкость, они без белой подложки. Поэтому читаться будет хорошо вот на каком-то светлом оттенке. Ой, девочки, какая удачная коллекция, боже мой. Вы же знаете, я сейчас про все яркое, все ношу ярко. И вот мне, конечно, периодически хочется вот к такой нежнятине вернуться. Но я все, вот видите, у меня все вырви глаз. Кстати, смотрите, как у меня хорошо настоят ногти. Помните, я говорила, что мы хотим сделать готовые гелевые типсы? Так вот, я уже приняла решение, что все, выпускаем. Я поняла, как мы их будем делать, на какой материал. Что все-таки носятся они очень хорошо. Там просто нужно знать, на что сажать их. Перепробовала все материалы. Прям хорошо.
Матовый облазит, если он нанесен на глянцевую поверхность, хотя не у всех. Я, например, если на теклос наношу матовый топ, он не облазит у меня. Вот. Но если нагрузка идет механическая такая большая, конечно, может облазить. Вот. Но это абсолютно нормально, потому что ну, капризные матовые топы. Просто нужно следить за тем, чтобы когда вы наносите матовый топ, была дисперсия. Просто вот так на цвет нанести матовый топ, он шикарно носится, он облазить не будет. Ну там в крайнем случае, если там возможно вы пересушили дисперсию. Я думаю, что там навряд ли у вас этот вариант был. Так, ладно, топ-слайдер. Есть чудесный гель топ-слайдер, вот для слайдеров. Он с липким слоем. У них вот такая сухая клеевая дисперсия. И вам, вот если вы знаете, что у этого клиента нагрузка большая на ногти, она хочет матовый топ, вы для профилактики на всякий случай, был дизайн, не было дизайна, наносите топ-слайдер тоненьким-тоненьким слоем. И матовый слой, ой, и матовый топ будет чудесно тогда носиться. Так, здесь мы сделаем хрупкость. Гелевые ногти. Ну, видите, я вот планировала гелевые ногти в феврале, но я что-то как-то так не спешу, не тороплюсь. Может быть, весной выпустим. Обязательно выпустим, потому что у нас же вот салонов много с Верой Мирошниченко. Сейчас в Питере запустили салоны. Да, вот крупный салон, большой, кстати, там уже 15 резидентов работает. И вот проблема основная. Сейчас тренд на длинные ногти. А при этом услугу хотят клиенты получать очень быструю. И сейчас реально это стала проблема сделать наращивание, огромную длину за короткий промежуток времени. И вот эти гелевые ногти, ну, конечно, супермастерам, таким, например, как Аня Аколот, она не в жизнь такими типсами пользоваться не будет. Она мне уже сказала, Катя, какой капец, я лучше наращу на формах. Вот, это все зависит, понимаете, от ну, уровня мастера. Если он прям топ-мастер, прям топ-топ, ну, конечно, скажет, что, блин, за фигня. Да, не так идеально красиво будет смотреться, как если бы это было обычными формами нарощено. Вот. Но зато вот для девочек, кто привык делать небольшую длину и работает очень много просто с коррекцией и наращивание редко, для вас это будет палочка-выручалочка. Да, кстати, матовый топ можно и в два слоя носить тоже, чтобы не облазил. Я тоже так раньше, кстати, делала. У меня под рукой чай. Я в чае смачиваю мои слайдеры. Так, все. Это у нас для этого типсика. Дальше. Здесь я приклею. Хрупкость. Напомню, это слайдер хрупкость. Осень-зима коллекция. Очень хорошо для этой весенней коллекции подойдет. Так, давайте что-нибудь коричневое приклеим. Напомню, хрупкость, она без подложки белой, поэтому желательно на светлые оттенки наносить слайдер, чтобы был виден. Вот чудесная коллекция. Вот кто любит такие нежнятинки, прям рекомендую. Вот. Так, ладно, давайте сделаем с вами. Я просто вот так вот вертикально понаклею. Так. Ультрабонд.
Можно чуть-чуть в лампе посушить. Так. И снова ультрабонд. Смотрите, как долго, кстати, я с дизайном с этим хожу. Классно вообще, как мне нравится. Так, теклас, чтобы наклеить шармикончики. Цена пластины, девчонки, ну сейчас вот к концу января мы уже начнем рекламировать пластины. Мы сделали 6 красок, решили все-таки много красок не делать, потому что, честно говоря, вот мы компания, которая начинали с красок гелевых, да, и у наших клиентов, у наших фанатов очень много в наличии эмпасты красок гелевых. И вы будете в восторге все-таки, что вот, ну, на пластинах на самом деле проще и легче работать эмпастами. Ну, там есть, конечно, свои нюансы. Краски гелевые. Вот. Хотя лаковые, они, конечно, дают четкую такую работу. Тоже без них никуда. Но вот 6 цветов с головой хватит. Потому что все остальное проще делать на наши эмпасты и краски гелевые. Привет, откуда вы? Всем здравствуйте, меня зовут Катя Мирошниченко. Я являюсь основателем и главным технологом компании Эми. И живу я, как ни странно, не в Праге, не в Москве, а живу я в Ростове-на-Дону. Вот. Хотя очень долго хотела переехать в Прагу, там у нас находится второй офис центральный, там находится у нас производство второе европейское, потому что российское производство находится как раз не в Москве, находится в Ростове-на-Дону. Просто многие не знают, думают, что я москвичка, и производство у нас тоже и офис головной в Москве. Хотя у нас в Москве есть две школы. Одна из них — это школа дистрибьютора. Это, наверное, самый крупный у нас дистрибьютор по России. Там очень красивая школа, очень красивый офис, очень хорошие менеджеры по работе с салонами красоты и с клиентами в целом. Так, смотрите. Здесь, получается, у нас будет веточка шармикончик, а здесь будет веточка из... Ну, думаю, вот, кстати, здесь вот достаточно, наверное, да? Больше бы ничего и не клеила. Хотя можно словечко. Кстати, вот кто давно спрашивал за вот эти слова, помните, это самые первые слова, которые мы выпустили. Мы их год назад перевыпустили вот в таких малышах. Поэтому вот кто не в курсе... Они есть в наличии. И вот как раз к вопросу, чтобы матовый топ не слазил с дизайна, да, потому что здесь много дизайна было произведено, декорации. Вы тоненьким слоем наносите топ-слайдер. Прям тоненько. Жирно не надо, чтобы не было толщины излишней. Прям нанесли, нанесли, нанесли. И в лампу. И тогда... Во-первых, по дизайну очень хорошо ложится мягко матовый топ, потому что все-таки матовый топ нужно наносить на хорошую такую гладкую поверхность, желательно дисперсионную. Так, и здесь давайте бабусячек наклеим. Ну, как я люблю этот шармикончик. Ну все, у меня тут прям даже и не весна, тут у меня уже лето. Ой, мои сладкие, какие вы красивые, переливаются, видите, бензиновой фольгой. Тоже наносим тоненько топ-слайдер, выравниваем поверхность. Потому что вот так вот просто сверху на шармиконы можно нанести матовый топ, но может где-то лечь неровно. Вот, можно просто два слоя матового топа нанести. Но он достаточно густой, чтобы его не расходовать лишний раз, да? Чтобы расход не такой сильный шел. Видите, он густой. Лучше нанести топ-слайдер, а потом матовый топ. Все, просушили.
И перекрываете матовым топом. И перекрываете матовым топом. И вот в этом случае матовый топ, он носится комфортно. Он не будет прям, ну, так откровенно скалываться. Потому что, смотрите, он пленкой скалывается. Только в том случае, если он был нанесен на глянцевую поверхность. Например, вы работали с шармиконами, и у вас был там теклос. Например, вы взяли по какой-то причине и обезжирили цветное покрытие. Понимаете? Если его не обезжиривать, вот у него дисперсионная пленка, и она будет очень хорошо носиться сверху. Все будет чудесно. Так. Матовый. Ну, я все люблю матовым. И частично сейчас проработаем глянцевым. Вот. Декорации, они облегчают вам жизнь. Но они требуют все равно определенных навыков. Понимаете, везде нужен навык. Если какие-то там где-то ошибочки были небольшие, допущены, конечно, он может где-то ободраться. Не без этого. Ну все, у меня теперь бабочки приспичило клеить. Бабочек. Так, сейчас мы этот дизайн закончим. Эти два дизайна я сейчас тоже закончу. Мы здесь сейчас проработаем детали глянцевым топом. Сейчас мы вернемся. Еще раз напомню. Новая коллекция, лимитированная. Оставляйте обязательно предзаказы нашим дистрибьюторам. Дистрибьюторы есть в каждом регионе, в центральном городе. Можно оставить полную стоимость коллекции, чтобы прям под вас закупили и точно вы выкупили ее. Вот, потому что многие, конечно, ругаются, что зачем столько новинок, коллекция гель-лаков каждый месяц. Ну, сейчас у меня такой эксперимент. Вот в сентябре вышла коллекция, в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре и в январе. Посмотрим. Мне кажется, это очень хороший эксперимент. Опять же, никто вас не заставляет это все покупать. Вот, поэтому специально делаются коллекции очень лимитированно, ограниченно, потому что, например, коллекция, которая вышла в декабре, она темная, насыщенная, она рассчитана на одних клиентов. Эта коллекция, мы ее называем весенняя коллекция, потому что все равно через полтора месяца уже весна, и многие модные дома, они в любом случае все модели вывешивают в продажу в конце января, в феврале у нас уже будет весна висеть во всех магазинах. Так у нас коллекция висит. Мы ее уже начинаем продавать во второй половине января. Это coming soon. Это coming soon. Так, теклос, чтобы нанести, приклеить шармикончик. Вот. Возможно, мы уйдем от такого выпуска. Каждый месяц новая коллекция. Есть вероятность, что я передумаю так выпускать, потому что я сейчас готовлю для вас новый проект. Это будет очень интересно, это будет очень вкусно для тех девочек, кто любит делать дизайн. Это будут новые классные капсулы, только они будут большего размера, и они будут, ну, такие, знаете, как, это будет как игрушка. Наш дизайн-трансформинг, заключенный в одной классной коробочке с индивидуальными гель-лаками, индивидуальными декорациями и даже индивидуальным дайджестом, таким лукбуком небольшим. Короче, будет красиво! Вы себе не представляете, как будет красиво? Я уже столько всего придумала. Первая такая у нас мини-капсула, вернее, не мини, а биг-капсула, выходит в апреле. У нее будет морская тематика, как раз тема моря перед летом будет очень актуальна. Потом капсула будет посвящена дому Шанель. Блин, зачем я это все рассказываю заранее? Вот нельзя заранее рассказывать. Я, блин, опять начинаю все карты раскрывать заранее. У меня язык помело. Я как этот, не умею хранить... как это называется в маркетинге, интригу. Вот видите, не умею.
Ой, смотрите, как красивенько, да? Сейчас, кстати, Джемти Клер нету у нас, к сожалению. Мы сейчас хотим переделать формулу, потому что все-таки он у вас на столе, вы когда его открывать начинаете, пару раз забыли крышкой сразу закрыть, и он у вас очень быстро полимеризуется. Мы решили сейчас сделать новую формулу, и так как сейчас Джемти нет, я делаю вот таким образом. Смотрите, сначала тоненько нанесла Теклас, подсушила. Теперь чуть побольше начинаю наливать, но нужно, знаете, так очень быстро схватывать. Ой, господи, я топ-слайдер взяла сейчас, извините, девчонки. Так, Теклас. Ой, какие будут красивые боксы. Они будут в красивых коробочках, там будут красивые каталоги с дизайнами. Будет все очень такое симпатичное. Кто любит эстетику, вам понравится. Так, смотрите, Джемди нет, и что я делаю? Раз, в лампу. Два, в лампу. Три, в лампу. Четыре, в лампу. Не очень, конечно, удобно. Джемди раз-раз, и все готово, да? Вот, ну, так как нет Джемди, выходим из положения. Видите, раз... И такой объемчик. Господи. Ладно, не буду сейчас смотреть в комментарии, потому что у меня руки заняты. Так, раз, два. Быстро, на секундочку. Раз и два. И здесь, кстати, я хотела же тоже сделать... топом без липкости. Блин, кисточку сейчас мы возьмем потоньше. Потоньше. Сейчас, девчонки. Вот, совсем тоненькую берем. Господи, да откуда ж такое? Ладно, все. Работаем дальше. Не обращаем внимания. Раз, два, три. Можно даже, смотрите, вот так полностью веточку пройтись. Листики здесь давайте не будем делать объемные, чтобы время не терять. И тоже, смотрите, как классно. Сочетание матовой фактуры и вот такого глянцевого эффекта. Она прям стеклянная получается. Очень симпатично. Сколько брать за такие дизайны? Девочки, цена разная, потому что рынок разный. Да, вот у нас в Ростове одни цены. У меня, например, салон один премиум класса, а один такой стандартный. И цены в них разные. Нужно смотреть на салоны вокруг, на мастеров, которые работают вокруг. Просто сделать мониторинг вашего района. Какие цены? Мониторинг вашего города сделать. Взять, позвонить всем. Взять, позвонить и узнать, сколько стоит дизайн. И поставить что-то среднее. Вот. А можно на это не ориентироваться. Если вы знаете, что вы делаете круто, и вы в этом уверены, и это действительно выглядит роскошно, ставьте абсолютно любую цену, которую вы считаете, что цена соответствует, и цена достойна вашему труду. Да, флаконы новые, девочки. Все новые флакончики. Так, ой. Ну, да, такая прям у нас, видите, весна получилась. Возможно, сейчас, особенно кто регионы дальние, у нас-то в Ростове, видите, хорошо, у нас тепло. Я сегодня даже хотела туфли одеть. Думаю, сегодня одену туфли. А потом думаю, ну нет, одену их завтра. У меня же новые зеленые туфли. Ну, как бы прохладно, конечно, но снега нет. Все равно как бы так комфортно. Ну, это такой достаточно частый дизайн, популярный. Вот, ну, все равно уже сделаю, закончу его. Надо мне заканчивать, а то Вера Мирошниченко дышит мне в затылок. Ой, сейчас, секундочку. Лекции для про-клуба переписывает сейчас, для вас новые лекции делает. Так, ну вот, когда времени нету, мы без топ-слайдера сразу берем матовым топом и перекрываем.
Все, я так думаю, что давайте подведем итог нашего эфира. Вот, посмотрите обязательно эфир Насти Челюбеевой на Amy Official World. Она показывала такие немножко другие дизайны, больше абстракции. У меня больше прям такие девочковые дизайны, я бы сказала. Коллекция. У нас выходит новая коллекция. Это коллекция Coming Soon. Сейчас я вам еще раз покажу коробочку. Вот она, коробочка симпатичная, очень красивая. Очень хотелось сделать цвета, поэтому не смогли остановиться. И в итоге сделали не 6, а 8 цветов. Поэтому вот кому каких-то оттенков давно не хватало, прям рекомендую. Понятно, что вся коллекция будет продаваться поштучно. Это 6 мл, кто спрашивал. 6 мл, кисточка. Видите, все новое. Так, кто-то плохо закрыл. Вот кисточка новая. И то же самое в 6 мл. Ну вот они, видите, они уже не квадратные бутыльки, они прямоугольные. Это специально сделано для того, чтобы можно было легко доставать стенками кисточки до... Господи, легко доставать кисточкой до стенок флакона. Вот, поэтому у нас практически уже не осталось квадратных флаконов. Мы уже подошли к такой стадии, когда, видите, все флаконы практически уже прямоугольные. Они не квадратные, что все финиши, базы, они все в прямоугольных бутыльках. Бутылечках. Так. Сейчас я вам по ценам расскажу, девчонки. Цены. Так, 6 мл, видите, 8 цветов. Обычно же мы вот такие маленькие лимитки выпускаем по 6 оттенков. Здесь 8. Получается 6 мл, 8 оттенков стоит 3 800. А 9 мл, 8 оттенков стоит 4 950. Вот, эфир сохраню, конечно. Сейчас сохраню, еще раз напомню. В 10 утра был эфир на Amy Official World, его тоже выложат, обязательно посмотрите. И я сейчас свой эфир постараюсь выложить. Может быть, ну не прямо сейчас, а к вечеру обязательно выложу. Спасибо, Алекса Лав, мне тоже было очень приятно. Так, ну давайте я сейчас быстренько вопросы. Катя, можно вас попросить делать эфир по спа-процедурам? Мы с Верой делали, кстати, в ноябре много. Посмотрите у меня в эфирах, это треугольник. Заходите в треугольничек, нажимаете, и там как раз все прямые эфиры, они сохранены. Смотрите, они бывают и в ленте, но если я часть удаляю, они остаются именно в ИГТВ, в ИГТВ. Это сейчас треугольник, вот такой знак вверху моей ленты. Если не хватает... Еще проведем. Вера любит очень проводить на моем аккаунте эфиры именно по спа-процедурам. Вот, обязательно проведем еще дополнительно. Потому что мы вам показывали новый парафин, новый скраб, но мы, по-моему, не работали. Надо еще раз по анти-эйдж пройтись линейки обязательно. А мальчиковая я хочу, Катя. Так, Нейл Данил. Данил, ты у меня прям, ты герой. Я за тобой смотрю. Ты у нас преподаватель, мальчик во Владикавказе. Делает очень классные ногти. Мне очень нравится. Причем он делает преподавателю Кристине. И они каждый раз там всевозможные смешные штуки снимают, когда делают друг друге, друг другу дизайн. Вот. У меня девочка 14 лет, одноклассница сына, нарастила, и все идеально месяц на файбербазе. Конечно. Смотрите, файбербазой, в принципе, можно наращивать большую длину, но все равно гель-лаковые системы, они не предназначены для большой длины. Рекомендуется делать длину не больше двоечки, потому что гель-лаки, они немножко вот гуляют, особенно когда ванну мы принимаем. Посуду горячей водой помыли, он все равно становится чуть-чуть мягче. И тогда начинает гулять, и расшатывается вот здесь вот линия гипонихии. И у некоторых клиентов, это, знаете, как за последние 6 лет заметила вот такую штуку, анихолизис, смотрите, образовывается не потому, что там гель-лак плохой, там он китайский, не китайский.
а потому что длину слишком большую делают гель-лаком. Лучше большие длинные ногти наращивать классическими твердыми гелями. Хотя вот сейчас новая база Ace Base, несмотря на то, что она такая достаточно жидкая, мы ее создавали для короткой длины, этой базой реально можно наращивать любую длину, потому что она очень жесткая, как гель. Вот, но это немножко дороговато, конечно, такой базой наращивать, лучше жесткими гелями. Вот. Ладно, девочки, я побегу, потому что Вере Мирошниченко нужно освободить стол, чтобы она перезаписывала для вас уроки новые в клубе. У меня все пластинами слазит через 2 дня, как и не было, гормоны, видимо. Смотрите, есть такая категория клиентов. У меня была такая клиентка. Смотрите, у них ничего не стоит. Вообще. Ни классика, ни гель-лак. Вот вы все правильно. Во-первых, это может быть... гормоны, как вы сказали, это прием постоянный медикаментов, это всевозможные какие-то сбои, которые идут, особенно вот по-женски, у девочек, у женщин. И здесь вот, вот я помню, у меня была клиентка, она просто приносила мне ногти всегда в коробочке. Я помню, в какой-то момент я говорю, ты знаешь, Люд, говорю, давай вот больше не экспериментировать, вот для тебя гигиенический маникюр и обыкновенный лак для ногтей. Как бы тебе не хотелось сделать огромные ногти, но ты будешь ходить с лаком. Вообще ничего не стояло. Когда на халтуринские поступят гель-лаки, я сейчас не могу сказать, девочки. Я так думаю, что, может быть, к концу недели уже будет на халтуринском. В других регионах и других дистрибьюторов. Все зависит от дальности региона. Будет ли дистрибьютор закупать эту коллекцию? Если вы хотите, чтобы дистрибьютор наверняка закупил, обязательно оставьте предзаказ. Тогда он точно ее закупит. Ой, слушайте, надо выходить из эфира. Какие-то дети, видимо, здесь. Дети одни сплошные. Дети, откуда вы? Идите там, я не знаю, уже все, учитесь. Вам хорошего рабочего дня, хорошего настроения. Эфир обязательно выложу в ближайшее время. Пока-пока.